своему месту проживания жители поселка Мостовая относятся очень трепетно, стараясь решать проблемы района сразу же по мере их возникновения. Поэтому сходы граждан и собрания для них не в новинку. Помогает советам и делом территориальное общественное самоуправление «Мостовая Слобода». Например, на последнюю встречу был приглашен юрист, который проконсультировал граждан по интересующим их вопросам. А темы для обсуждения нашлись быстро. Первый вопрос – транспортное обеспечение. Основное – это транспорт, потому что многие недовольны наличием только одного 16-го маршрута. Люди вынуждены добираться с двумя, с тремя пересадками до места работы. Это многих не устраивает. Но, конечно, главная проблема Мостовой – сезонная. Традиционно поселок становится зоной возможного подтопления, поэтому к паводку здесь готовятся заранее. Сотрудниками администрации проводятся работы по очистке канав, уборке снега и наледи. Все ежедневно контролируется старшими по улицам и представителями общественности. Мы видим положительную тенденцию, то, что, в принципе, сейчас напрямую общаемся с представителем УИЗа, который и занимается этими вопросами. Видим то, что идет расчистка, да, возможно, этой работы недостаточно, но положительная тенденция определенно есть. Сегодня Мостовую посетит губернатор Сергей Морозов. Он лично осмотрит микрорайон и проведет совещание по организации противопаводковых мероприятий. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.